В Калининском суде вынесли приговор мужчине, который заживо похоронил свою любовницу. Женщина потеряла сознание, а он подумал, что она умерла, и повез ее не в больницу, а в промзону, и живую закопал на пустыре. В итоге дама задохнулась под землей. За такое мужчину приговорили к исправительным работам. Обвиняемый Полетаев в зале суда спокоен и сдержан. Он давно осознал, что натворил. Этим летом подсудимый вместе с сожительницей поехал на рынок. Женщину оставил в машине, а сам пошел за покупками. Когда вернулся, обнаружил подругу без признаков жизни. Полетаев вывез ее в лесопарковую зону, собственно, выкопал в грунте углубление, поместил ее туда. И, проявив преступную неосторожность, не убедившись в наступлении смерти Вахитовой, собственно говоря, засыпал грунтом. Мужчина пояснил, его возлюбленная страдала рядом тяжелых заболеваний. Тогда он думал, что она умерла. Денег на погребение у него не было, и он решил ее закопать самостоятельно. Только позже судмедэксперты выяснили, что в момент захоронения она была жива, а задохнулась уже под землей. Звучит материал уголовного дела, приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Полетаев, обоснованно подтверждается собранными по делу доказательствами. Свидетелями погребения стали сотрудники одного из офисных зданий. Они и вызвали полицию. Подсудимого поймали с поличным. На допросе он полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в совершении данного преступления, назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% и заработной платы в доход государства. При вынесении приговора суд учел ряд обстоятельств. Отсутствие судимости, хорошую характеристику по месту работы обвиняемого и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Ольга Кокшарова, Дамир Яганшин, 31 канал.